Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит, вы на канале Жизнь с нуля, и с вами я, автор, ведущий канала Вячеслав. Дорогие мои подписчики, дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы смотрите меня, за то, что ставите лайки, за то, что комментируете мои видосы. Вот, сегодня бы я хотел посвятить маленький ролик тому, чтобы спросить у вас совета. Совет мне нужен для того, чтобы развивать в дальнейшем свой канал. Мне нужен именно совет. Почему? Потому что хочется, чтобы дальше канал развивался. Значит, много в голове крутится всяких планов и желание снять определенные ролики с определенными людьми, которые начинали свою жизнь из критических жизненных ситуаций. И, в общем-то, пришли к нормальной, цивилизованной, обеспеченной или просто хотя бы спокойной жизни. Я делаю достаточно много звонков по своим друзьям, общаюсь с огромным количеством людей и, в общем-то, каждый день начинаю понимать, что нуждаюсь в определенном уже, ну, своего рода, что ли, образовании, что ли, или опыте. То есть у меня нет навыков режиссерских, нет навыков сценариста, но понимаю, что вам нужно видеть качественный контент. Именно поэтому я сегодня обращаюсь к вам с одной просьбой. Это дело касается особенно тех блогеров, которые смотрят меня, у которых уже большие аудитории, у которых уже более-менее нормальная съемка, более-менее нормальные уже цивилизованные ролики. Вот, я сейчас получил первый донат и от вас, подписчиков, конкретно от одного подписчика из Испании. Значит, и в общем, есть желание этот донат потратить на модернизацию своего оборудования, которое у меня есть. Кроме того, мой канал заработал небольшую сумму, всего лишь $34. Вот. И я, как всегда, как бы весь в желании обновить именно свою компьютерную базу. То есть есть желание купить компьютер Asus за 19 тысяч рублей. Вот. И, значит, у него двухъядерный процессор, 500 гигов жесткий диск, 4 гига оперативной памяти. Вот. Взять бы хотелось, конечно, его с нуля, вот, для того, чтобы, ну, как бы ресурс его использовать именно вот, только для работы с YouTube. Вот. И я, не имея опыта, конечно, работы с видосами, хотел бы узнать, пойдет ли такой компьютер или аналогичный ему, но бэушный, для работы с видеомонтажом. Если у вас есть такой опыт, пожалуйста, откликнитесь в комментариях под этим видео, вот, или на моей страничке ВКонтакте, Фейсбуке или Одноклассниках. Но, как всегда, учитывая то, что у меня очень большие там долговые обязательства еще есть, вот, и деньги, которые мне поступают, я не могу расходовать только там на себя, там, на свою семью, на свои нужды и на свое развитие. Естественно, как бы я рассматриваю вариант аналогичный, вот, но бэушный. Я очень часто так делаю, и, в общем-то, в принципе, ресурсов того оборудования, которое покупаю, мне всегда хватало на какой-то там достаточно длинный период времени. А то оборудование, которое у меня остается именно, ну, как устаревшее, то есть оно переходит в руки детям, то есть дети там дальше там развиваются каким-то образом, то есть работают там, в интернет заходят. Вот сейчас у меня пока, к сожалению, один ноутбук, вот, который очень сложно тянет видео, поэтому я сейчас практически не делаю никакого монтажа. Вот. И есть нетбук, то есть, который уже, в общем-то, сгорел. Все это Lenovo, значит, качество не очень хорошее, мне это не устраивает. Поэтому, друзья, если у вас есть определенный опыт в этом вопросе, то поделитесь своим опытом, я очень сейчас, ну, как бы нуждаюсь в этом. Вот. Потому что, еще раз говорю, хочется сделать выпуски качественнее. В планах моих общения и встречи с людьми, которые пережили кризисные ситуации. Еще раз повторяю, то есть люди, которые когда-то что-то начинали с нуля. То есть есть, допустим, такая идея поговорить с человеком, взять интервью у него, возможно, вы увидите это интервью на моем канале, который в советское время был самодельщиком, то есть он делал собственную машину собственными руками, потому что был достаточно большой дефицит в покупке машин, вот, была очень жуткая очередь, или же черный рынок загибал очень большие цены, а нужда в машинах была очень большая. Вот я когда-то в детстве посетил этого человека, вот, мне было очень интересно тогда, вот, и вот сейчас я уже практически связался с ним,
Вот, и есть планы сделать такую запись. Вот, не знаю, как она будет сделана. Сделана будет вот так вот с колен, как сейчас я это делаю, или же будет это обработанный ролик, я пока не знаю. Но желание взять такое интервью есть. Почему? Потому что встреча с такими людьми, она очень сильно, ну, помогает именно другим людям, которые думают, что у них трудная ситуация, думают, что у них вообще полно проблем, что выхода из этих проблем нет. Я думаю, общение с подобного рода людьми, в общем-то, стимулирует к очень серьезным действиям тех, кто находится в трудной ситуации. Поэтому у меня есть желание встретиться с этим человеком. Вот вчера я созванивался уже с его женой, потому что я именно знаком с ним через вот эту женщину, вот, которая... В общем-то, нас там несколько человек, молодежь, вот, познакомила именно со своим мужем, то есть который такой человек, у которого руки растут из того места. Вот. И подобных встреч, конечно, бы хотелось провести как можно больше с интересными людьми, которые могли бы поделиться своими впечатлениями, как себя вести в кризисной ситуации, в нулевой ситуации. Вот. И именно поэтому мне нужно обновить свое оборудование. Вот. И как я уже говорил, свой канал я воспринимаю как именно интеллектуальную собственность. И те зрители, которые меня слушают, я думаю, что они поймут меня и поддержат в этих начинаниях. Потому что если вам интересно это смотреть, значит, вы голосуете своими лайками, своими просмотрами. От этого растет мой бюджет по каналу, и я могу развиваться дальше. То есть я могу уже оформлять студию. Блин, самолеты разлетались, представляете? Вот таких условий приходится снимать видео. Вчера вот тут они петли крутили. Причем Л-39, старый самолет 70 какого-то года аж. Вот, то есть он мне ровесник, представляете, до сих пор еще летает. И вот так же я отношусь к компьютерам, потому что очень часто компьютер, который может быть взятый с рук, который стоит в 2-3 раза дешевле, вот служит гораздо дольше и практичнее, чем оборудование, взятое с нуля. Я, конечно, о многих нюансах по железкам знаком и, в общем-то, как бы имею понимание того, что покупаю. Но вот конкретно по работе с программами монтажными по видео, или вот, допустим, есть желание сделать стрим со своим подписчиком, я еще в этом пока еще баран. Вот реальный, вот я пока еще не освоил эту тему. Я только вот вчера, дорогие друзья, вот узнал, как можно реально вывести там свои $34 с канала, которые вот буквально вот недавно возросли, вот, ну, буквально там было 8, стало 34. Для меня, конечно, это очень интересно. Почему? Потому что, представляете, то есть вот на таком маленьком деле, в общем, есть небольшой заработок. Вот, поэтому, друзья, пожалуйста, отпишитесь мне, пожалуйста, дайте совет, я очень в нем нуждаюсь. Вот. Ибо развиваться дальше хочется, и делать это хочется качественно. Всем добра, ставим лайки, делаем комментарии. Я жду вот под этим видео, в описании этого видео, там в комментариях, ваши экспертные оценки, что вы можете предложить, вот, как бы вы могли, ну, на моем месте поступить. То есть суть вопроса заключается в чем, еще раз уточню, что вы, как, если покупать новый компьютер, то хватит ли тех ресурсов, которые я говорил, то есть это два ядра, 4 гига оперативки и 500 гигов жесткий диск Asus. Вот. И, значит, то же самое, те же характеристики, но вторичное сырье. Вот. Планов пока никаких нет, потому что суммы нет, потому что, еще раз говорю, видите, как ветерочек поднялся. Планы, конечно, сами понимаете, грандиозные, хочется их осуществить. Вот. И вот нужна квалифицированная именно консультация тех, которые уже, ну, скажем так, прошли этот путь. Еще раз говорю, всем добра, спасибо за просмотр, спасибо за лайки, потому что от того, сколько вы смотрите, от того, сколько вы там лайкаете или дизлайкаете, сколько вы комментируете, зависит именно рост моего канала. Всем спасибо за внимание, всем добра, пока.